Ну вот, мы в этом магазине. Тут у нас различные инструменты продаются. Набор головок. Хорошая вещь для гаража. По 20 долларов. Лебедочку такую вот можно поставить на джипа. 6 тонн. Четыре с половиной тонны. Тоже поменьше. Такие вот цены, такие вот девайсы, если кто-то любит бездорожье. Саленблоки выпрессовывать. Станочек. $190. Вот такие вот цены на домкраты. Наждачок в гараж прикупить. Вот $35, $40. Насколько я помню, у нас в Беларуси мы с отцом дороже покупали. Генератор $600. Вот, кстати, очень классная леса. Кто-то строительством занимается. $200. Регулируется по высоте. Видел, мужики такие на стройках работают. Часто на таких. Маска для сварки. Хамелеон. $100. Ну и различные мелочи тут. Ножички, отверточки, плоскогубцы. Вот, например, набор такой вот, $10 стоит. В принципе, все доступно. Если вы работаете, чем-то занимаетесь, то инструмент можно себе позволить абсолютно легко. Вот даже такой вот набор отверток, $6. Чтобы по качеству не скажу, он не пользовался. Мне кажется, нормальное будет качество. Вот здесь вот, друзья, ящики для инструментов, тулбаксы. Класс, вот такие вот железные, наверное, металлические, $26, 17. В армейском стиле $15. Немножко подешевле уже будет пластиковое. В принципе, вот такой вот тулбаксик можно взять за $10. Я считаю, что абсолютно нормальные цены. Кто любит дровишки поколоть, от 18 до $30 топоры, молоточки по $5, тоже вот классная вещь такая, пояс для инструментов, очень удобно, $16, $25. Такие, друзья, инструменты. Здесь вот перчаточки у нас $6, $10. Класс, с кожей с настоящей. Это подешевле, есть и по 2, там, упаковки там. Вообще 10 штук за $7. Цены разные, где-то подороже есть такие, вот по $15, по $2.
очки защитные. Настройки нужно обязательно работать в защитных очках, обязательно. Могут выгнать со стройки, если без очков. В обязательном порядке мы носим очки, каску. Специальная обувь должна быть. И еще жилет. Вот такой вот жилет должен быть обязательно. Вот такой вот. Еще я себе, наверное, сегодня наколенники куплю. На полах работаем постоянно. В принципе, сейчас вот прикуплю немножечко. Вот. Покажу вам, что купил. Вот хотел себе купить нож. Мы режем пластиковый ламинат ножами постоянно. И мне предложили только вот такие, они неудобные. Можно, конечно, вот таким чесать. Ну, посмотрим в другом магазине. Вот, друзья, классная вещь, мечта, в гараж такой поставить для инструментов. Ну что, сейчас я подойду на кассу, рассчитаюсь, покажу вам, что я купил здесь. Вот я уже вышел из магазина, который назывался Harbor Freight Tools. Сейчас вам покажу, что я тут купил. Так, что я тут прикупил? Я прикупил себе наколенники. Взял попробовать такие вот недорогие, там силикон. Посмотрим, что как пойдет. Значит, наколенники, работаем на полах постоянно. Мне там на работе дали наколенники, но немножко неудобно. Взял пока что такие. Вот такие вот перчаточки себе купил, кожаные. Перчаточки дорогие, $9 стоят. Вот. Ну и safety glasses. В обязательном порядке нужны очки. Я себе очки покупал за полгода маленько. Подносились уже такие поцарапанные. Вот такие вот покупочки. Что у нас тут получается? Наколенники стоили $4, очки 2, перчатки 9. Итого 16.24. Получается еще налог $1.27. И вот за все я заплатил 16.24. В принципе, час работы. Пользоваться буду, я думаю. Ну, посмотрим, сколько буду этим пользоваться. Наколенники подойдут, не подойдут, понравятся, не понравятся. В принципе, пару месяцев точно буду пользоваться.